Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Величезне дякую всем вам за то, что вы снова здесь со мной. Вы неймоверні. Я вас обожаю. Спасибо, дякую. И вы даже не представляете, как я всегда этому радуюсь. От души. Я вам всем желаю хорошего самочувствия, прекрасного настроения и чтобы все было замечательно у вас. Я для вас подготовил новый выпуск. Вы знаете, что его нужно смотреть, как всегда, от начала до конца. Если необходимо, включаем VPN, не ленимся. Таким образом, вы поддерживаете меня. Я понимаю, что нужно дальше продолжать делать свое дело. И, конечно же, как и любому автору на YouTube, мне нужны ваши лайки. Подубайки, это все одно и то же. Комментарий и проверяйте, чтобы вы были подписаны. А всем, кто это делает всегда, вы самые лучшие. Обожаю. Ну а прямо сейчас врываемся в новости. Всем желаю приятного просмотра. Погнали. Не опять, а снова. Если честно, я даже уже сбился со счету, сколько раз это происходило. Суд Москвы заочно арестовал Джамалу по делу о фейках против вооруженных сил России. Напомню, что 20 ноября ее объявили в розыск. До этого ее уже осуждали не один раз. И вот снова я, если честно, не могу понять, а что уже у себя там на родине все закончились, а теперь решили арестовывать Джамалу, кого? А что Тину Кароль не арестовывают, я не могу понять. Олю Полякову и всех остальных. Но это, конечно, и смешно, и грустно одновременно. К чему бы это все? Непонятно. Ну, в общем, Джамалу в сотый раз арестовали заочно. Андрей Разин, оказывается, должен судебным приставам почти 300 тысяч. У него, говорят, очередные финансовые проблемы. Он с мая не может оплатить задолженность по исполнительному листу от Тверского района суда в размере 256 тысяч. Также у него есть долг по коммунальным платежам от апреля этого года. Ну и плюс там еще 180 тысяч или 12, ну, в общем, неважно. Если честно, очень странно, что он успевает всем рассылать проклятия на других звезд шоу-бизнеса, в то время как свои долги не может оплатить. И мне кажется, правильнее было бы заниматься своей жизнью. Но, я думаю, с учетом того, что мы видели, и то, что говорил Разин, я думаю, обижаться на него даже грешно будет. Как говорят, здесь помощь только профессионалов, психиатров. Мы в этом помочь ему точно не сможем. А ФНС выставила счет королеве марафонов Елене Блиновской на 1,5 миллиарда, ребята. Это что вообще за суммы? Об этом пишут СМИ. Вот по данным издания, сумма задолженности там, ну, в общем, почти 1,5 миллиарда. Там чуть-чуть не хватает. В августе, напомню, суд арестовал все активы Блиновской на 64 миллиарда. Изначально ее обвинили в неуплате 918 миллионов. Ну, а теперь в итоге уже 1,5 миллиарда. Я вообще не понимаю, откуда у нее такие деньги, ребят. Но я не верю, что на марафонах такое можно было состояние сколотить. Конечно, там что-то совсем другое. Там какие-то серьезные люди отмывали через нее деньги. 100%. Тут даже не обсуждается. Понятное дело, что мы не будем в этом разбираться, это уже не важно. Но мне кажется, где-то была с кем-то договоренность, а потом что-то пошло не так. Может, кто-то обиделся, где-то кого-то подловили, кто-то кому-то не додал откат. Но знаете, как оно бывает. Сегодня мы вместе сотрудничаем, так сказать, и мухлюем, а завтра что-то ты сделал не так, я тебя подставлю и на тебе. Ну, в общем, у Елены Блиновской пока еще дела не очень хорошо. 1,5 миллиарда она должна уплатить на налогом. А с весеннего семестра в Гарварде, представляете, откроется курс Тейлор Свифт и ее мир. Ребята, это не шутка. Лекции будет читать профессор английского и литературный критик Стефани Бёрд. В учебном плане по фанатской культуре Тейлор Свифт, история о проблемах Тейлор в подростковом и взрослом возрасте. Также особый блок будет по текстам песен Тейлор Свифт. Я думал, что такого никогда не могло бы произойти в жизни, чтобы в университете в Гарварде был предмет Тейлор Свифт. Но я хочу сказать, она может, конечно, собой гордиться. Она номер один везде. Абсолютная просто рекордсменка. Даже Гарвард покорила. Теперь еще и предмет Тейлор Свифт будет. Где такое еще кто-то видел? Если честно, не припоминаю, чтобы хоть в одном университете преподавали предмет именно в честь артиста. Ну вот, Тейлор Свифт. Она покоряет все, что только можно. Не удивлюсь, если завтра еще какие-нибудь вакцины в честь ее имени будут производиться. Владимир Дантес, он же Владимир Гудков, заявил, что руководство одного из украинских телеканалов в срочном порядке отменило приглашение на съемки после того, как он высмеивал тех людей, которые хотели взять на поруки Игоря Коломойского. Помните, да, всю эту историю? Насколько я понял, не слежу особо, но Коломойский еще пидвартует, да, в общем, сидит, и для меня это тоже удивление. Ну, давайте подумаем, а какой же канал это мог сделать? Кто же его не пригласил? Нет, у меня идея
идеи нет вот ровным счетом ни одной, честно. Если только может быть, мое предположение, что это мой любимый канал 1+1, ребят, что вы думаете? Ну, конечно же, они. Ведь ведущие с этого канала и хотели брать на поруки Коломойского, мы об этом говорили. Ну и потом мы должны вспоминать о том, что Коломойскому, не знаю, как сейчас, принадлежит ли этот канал или нет, но в свое время он был его. И вот что говорит Владимир Дантес. Прикол. Меня пригласили, попросили освободить даты на рождественскую съемку на одном канале. Название спрячу. Почему-то. Через неделю скипнули из-за того, что смеялся над людьми, которые брали Коломойского на поруки. Потому что конфликт интересов. Конфликт интересов, когда приходится есть из тарелки, в которую вам гадят. Вот так вот написал Владимир Дантес. Ну, что я могу сказать? Неудивительно. Ну, пусть не расстраивается, есть другие каналы. Выступит на других. Андрей Макаревич вышел на связь. На своей странице в Facebook он заявил, что, оказывается, недавно увидел какую-то рекламу со своим фото, но это не он. Вот вам снова нейросети, которые ворвались в нашу жизнь. И теперь это будет постоянно происходить. И вот что он говорит. А теперь реально прошу помощи. В Facebook гуляет реклама с исполнением моего изображения и голоса даже. И предлагает вам ежедневно зарабатывать бешеные деньги с помощью какого-то там бота. Не ведитесь. Может, кто-то знает, как выйти на этих гавриков. Я пожаловался в Facebook, но они что-то не чешутся. Ну, меня это тоже не удивляет, потому что в Телеграме тоже никто особо не чешется, не занимается этим. Ну все, ребят, вот оно, пожалуйста, приехали. Теперь любой может взять ваше фото, ваш голос и делать все, что хочешь с ним. И попробуй докажи, что это не ты. Это все меня пугает, мне это все не нравится. Вот вам, пожалуйста. Не удивлюсь, если завтра моим голосом где-нибудь, я не знаю уж, кто кому в голову придет, куда его применить. Но честно, если что, меня кроме Ютуба нигде нет. Я сразу говорю, если вы вдруг меня где это встретите, это не я. Клара Новикова во время сольного концерта в Москве появилась на сцене на фоне видеоряда с изображением украинского флага. На это, само собой, обратили внимание неравнодушные пропагандистские СМИ. Ну и там началось, обвиняли ее и так далее, предательница и все такое прочее. Плюс еще во время выступления Клара Новикова сказала следующее. «Я киевлянка, я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве. Когда ей дарили цветы, она благодарила всех на украинском языке. После того, как об этом начали писать СМИ, она решила быстренько выйти на связь, оправдаться за появление украинского флага и заявила, что в принципе она вообще благодарит Россию, обожает и любит. И зачем вы это все делаете? Цитирую Клару Новикову. У меня такого нет на концерте. Хрен его знает, может мне какой-то слайд и повесили. Я же спиной стою к экрану. Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает экранов. Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флагов я там не увидела. И вообще, у меня впервые в этом зале был концерт. У меня был прекрасный концерт. Из Украины здесь же много людей живет, которые тоже родились, как и я там. В то же время я уже здесь, в Москве, столько лет живу. 50 лет. Я очень благодарна России и тому, что я состоялась здесь. В общем, вы поняли, к чему этот посыл. Ребята, оставьте меня в покое. Я люблю Россию, я здесь звезда и никакой украинский флаг. Это все подстава и вообще я тут ни при чем. Так что не ругайте меня и, пожалуйста, не отменяйте. Вот, собственно, как я это все трактую. Ну, в общем, Клара Новикова и ее любовь к России. Тема завещания Александра Градского продолжается. Вы знаете, что все друзья и коллеги Градского вообще уверены, что его единственной любимой женщиной была третья супруга Ольга. У них даже есть сын и дочь. Расстались они, говорят, по глупости. И самое интересное, как оказалось, внимание, у Ольги до сих пор нет штампа о разводе. Представляете? Об этом Ольга Градская недавно сама рассказала, цитирую. «Мы договорились. Как жили, так и живем. Штампа в паспорте о разводе не было, только штамп о браке. На протяжении всех этих лет мы общались как близкая родня. Саша мог в 3 часа ночи позвонить, да что там, когда угодно мог позвонить. Отмечали дни рождения вместе, к тому же он меня звал обратно несколько раз. Но если человек демонстрирует какие-то новые отношения, как вернуться? Я ему только советовала, чтобы он взял какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила. Не было ощущения, что он уйдет из жизни. Его бракосочетание произошло в октябре. До этого все было нормально, а после стало хуже. Он позвонил тогда Маше, это их общая дочь. У меня что-то с головой происходит. Я начинаю какие-то вещи делать, но потом понимаю, что я что-то сделал не так. Зачем мне это? Поскольку это был конец ноября, то тема, наверное, касалась женитьбы. Он ведь никогда не хотел этого. Думаю, на него надавили. Ну, в общем, спор
за миллиардное наследство Градского продолжается. Каждый выходит на арену, что-то свое рассказывает. Напомню, что почти все, что было у него, досталось по завещанию его супруги. Точнее, не по завещанию, а по закону или как. В общем, все супруге досталось основное Марине Каташенко и двум младшим сыновьям. Данил и Мария, старшие, получили старый дом, в котором раньше жил отец. Ну и в общем, сейчас все-все-все, и дети, и бывшие жены, и родственники пытаются за это все дело бороться. Я так понимаю, это еще очень долгая история. А все потому, что не было составлено завещание, а надо было его сделать. Мне это особо оставлять нечего, поэтому в этом плане мне завещать не нужно, например. Да, может, к тому времени, по когда придется завещать, может, что-то и будет, но пока что так, ребят. Месяц назад Алла Пугачева, вы помните, прилетала на родину. Ну, почти месяц, в начале ноября. Пробыла она там, как вы знаете, тоже недолго. И уже столько версий появилось, по какой же причине она приезжала. Эта тема до сих пор не отпускает никого. И причины были одна веселее другой. Мне, например, нравится очень причина, по которой она приехала, что она, в общем, вернулась записать какие-то новые песни. Вот. Так вот, гитарист Пугачёва Александр Левшин рассказал, какие причины заставили ее все-таки решиться на такое путешествие, не очень удобное, как он говорит, цитирую. У нее есть текущие вопросы, я думаю, и юридические, и творческие. Она гражданка России, имеет право перемещаться по миру. В этом нет никакой проблемы. Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали. Например, «Позови меня с собой». Раньше мы там зависали по несколько суток. Ну, в общем, я так понимаю, что гитарист Александр Левшин намекает на то, что она тоже заезжала на студию, чтобы записать какие-то песни. Слушайте, я удивлюсь, если вдруг это произойдет. Но мне что-то мало в это все верится. Наргиз попала в скандал. О чем речь? Значит, якобы Наргиз пообщалась с президентом Украины Зеленским. Сейчас это видео гуляет, но там, собственно, я думаю, даже человек, который плохо видит и слышит, поймет, что это был не он. Да, сейчас нейросети творят чудеса, но все же, ребят, но там вот просто смотрю я на видео и понимаю, ну какой это Зеленский, это вообще не он. Да, там может быть какой-то пародист, нейросеть, ну тембр голоса там, да, подделали, но внешне вообще не он. Ну, Наргиз, наверное, не особо с ним знакома, она его не видела, может, столько много раз, чтобы понять, что это не он. И как это все преподносит, что якобы она там вот с ним разговаривала, но не понимала, что это на самом деле ее разводят. Ну и там она, в общем, наговорила. Ну что она наговорила? В принципе, все то же самое. Сказала, что она за Украину, сделала себе там татуировку трезубца и все такое прочее. Ну, все в этом роде. Ну и потом, естественно, это видео начало гулять по российским СМИ. Там начали над ней смеяться, говорить, что она вот такая вот негодяйка, ее просто нужно наказать, уничтожить, потому что она против России и все такое прочее. После того, как это видео увидел Максим Фадеев, он сразу же призвал все возможные службы проверить ее дядю, певца Фарука Закирова, исполнитель песни, если вдруг кто-то не знал, Учкуду, который, собственно, как он говорит, крышует ее и при этом активно гастролирует в России. И вот что говорит Фадеев. Я это расцениваю как экстремизм и призыв к массовым лишениям жизни. И это все происходит публично. Я все время задавал себе вопрос, как можно жить в мусульманской стране, плюя на тех людей, среди которых ты живешь. В этом пранке она оскорбляет узбеков, свою страну и даже президента Узбекистана. Как это возможно? Почему ей все сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фарук Закир. При этом сам Фадеев уверен, что Наргиз ждут большие проблемы в США. И он пытается создать ей проблемы в России, хотя ей так уже там запрет на въезд, по-моему, на 70. Ну, короче, она туда уже не может въехать никогда. Все это перевернули так, что она еще и обгадила свой Узбекистан и так далее. Но это был пранк, поняли? Кто-то решил просто устроить пранк. Я не думаю, что президенту Украины Зеленскому есть еще время разговаривать с Наргиз, как бы, или еще с кем-либо. Я думаю, тут логично нужно будет подумать, что это не так. Я и не уверен, что это была еще и Наргиз, может, это тоже не она была, кто знает. Ребят, сейчас уже вообще сложно разобраться. Но, в общем, такая ситуация произошла. Наргиз еще больше вызвала хейта и ненависти в свою сторону со стороны граждан России. И, конечно, Макса Фадеева, с которым они очень плохо разошлись. Юлию Высоцкую обвиняют в воровстве чужих фотографий еды. Представляете, один из фотографов заметил на ее кулинарном сайте два своих снимка без указания авторства. После этого фотограф потребовал заплатить ему 125 тысяч или удалить все эти фото. Но Высоцкая не отреагировала. В общем, представители фотохудожника обратились за помощью в арбитражный суд и сейчас это будут все выяснять через суд.
В общем, взяла его фоточки и никак не сказала, что это его. Я так понимаю, что сегодня, кстати, очень многие делают через нейросети те же, генерируют всякие фотографии, картинки, там еще что-то. И потом это все продают на фотостоках. Есть такие специальные, где ты можешь покупать это. Поэтому я не знаю, как Юлия Высоцкая бесплатно их взяла, еще не отметила. Но, в общем, я думаю, пока что делать выводы рано, потом... Суд произойдет, и мы разберемся, точнее не мы, я вам потом расскажу, когда будет уже решение по этой истории обязательно. А сотрудники компании Gucci устроили забастовку, и такое бывает. Дело в том, что около 50 работников устроили забастовку после того, как было принято решение перевести всех сотрудников из Рима в Милан, а они против. Они уверены, что таким хитрым способом компания хочет сократить штат работников, ведь далеко не у всех есть возможность переехать в другой город. Ну и в общем, там были на плакатах надписи «Gucci кроит, но не шьет». Ну и в Gucci модно сокращать. И в таких больших модных домах тоже есть свои какие-то проблемы. А Кайли Дженнер откровенно призналась, что пережила домогательство в разгар своей популярности. Оказывается, с ней такое произошло. И вот что она рассказывает. Когда мне было 16, эти 50-летние мужчины могли сказать «Привет, маленькая шлюшка». Они пытались задрать мне юбку, пугали меня, выскакивали из кустов и блокировали мою машину. Когда я была младше, бывало и гораздо хуже. Но я верю, что такое могло быть. Абсолютно могло такое быть. Это ужасно. Тем более ей 15 лет, 16. Ну, как бы, я понимаю, что в каких-то странах уже там разрешен этот весь процесс интимный. Но все-таки, мне кажется, в 50 лет нужно немного с кукушкой дружить. Но вы тоже понимаете, что есть... всемогущие, богатые дяди, которые им кажется, что все в этом мире можно брать и делать. Точнее, брать. Все купить, все продается, но я вас уверяю, что не все и не всех можно в этой жизни купить. Хотя, может, вы со мной не согласны. Наталья Бочкарева недавно рассказала про тот самый инцидент с запрещенкой. Помните, когда ее как-то остановили, она была под чем-то, у нее там нашли много всякой запрещенки, потом начались суды, проблемы, она молчала, говорила, что это не я, и, в общем, там какая-то непонятная история. Так вот, она рассказала, что она, оказывается, ходила сниматься в какой-то программе, где показала все медицинские документы, но по итогу передача не вышла в эфир, и ее подставили. А то вы поняли, да, к чему она это говорит, что на самом деле в этой передаче было доказано, что она не была ни под чем, а вообще она была в положении тогда, поняли? Она была в положении, цитирую. «Я ходила и показывала всем эти бумажки». Да и на суде тоже. Но это было никому не интересно. Многие еще не знают того, что происходило со мной в тот момент. Я была в положении. Это никому не было интересно тоже. Никто об этом не знает. Напомню, что в суде по итогу Бочкарева сама все-таки признала вину и отделалась штрафом всего-то в 30 тысяч. Неужели суд такой был равнодушен, да, к беременной? Но я не знаю. Мне кажется, что на том видео, которое все давным-давно видели, там все было четко, ясно и понятно, что Наталья Бочкарева была явно под чем-то, а если она еще и вдобавок была в положении, но что я могу сказать, тут сквозняки в голове, потому что, будучи в положении на чем-то сидеть, это, ну, мягко говоря, нездорово. А в Америке поставили рекорд по самому большому сэндвичу, который по ширине почти 2 метра, а в длине почти 3,5 метра. Представляете, толщина 7 сантиметров. Весит 190 килограммов. Ну и, собственно, попали в книгу рекордов. Ребята, я не знаю, что с этим сэндвичем делать, куда его потом нести, но... Так, конечно. Чего в этом мире только нет. Лучше так, чем война. Пусть лучше сэндвичи будут. Настюшка Опасность Ивлеева. Давненько я о ней ничего не говорил, да в принципе ничего страшного. Тут она недавно устроила фотосессию в церкви. Я не совсем понял, зачем она это делала. Ну и в общем начался скандал. Естественно, она задела чувства верующих. Я бы даже сказала, оскорбила. Сейчас опять на нее волна хейта. Я не знаю, что происходит с Настюшкой Ивлеевой. Но я предполагаю, что она, наверное, все-таки тоже переживает, скорее всего, какой-то кризис среднего возраста. Ей же не 18, хотя она еще очень молода, но вот всегда наблюдая за ней, я вот для себя отметил такой момент, когда я наблюдал по поводу работы. Не думайте, что я там на нее подписаны фанаты, ее вообще нет. Вот, но что я увидел, когда там какие-то интервью или поведение ее, я вот понял, я, конечно, могу ошибаться, это лишь мои предположения, что Настюшка Ивлеева как раз тот случай, когда боится безумно возраста. Безумно. Ей хочется оставаться вот в этой девочкой-кокеткой. Я так понимаю, это тоже синдром Анны Седоковой. Тоже будет все время молодиться, хорохориться и строить из себя какую-то кокетку. Ну, слушайте, она не единственная такая. Ну, а вот этот ее поступок в церкви не совсем я понял. С учетом того, сколько уже было таких историй, сколько уже там оскорблялись. На фоне церкви
люди фотографируются, их такого-то оскорбляют. Она пришла прям в храм, зашла и позволила себе такое сделать. Боже мой. Наверное, ее сейчас просто отменят. Убийца Джона Леннона принес жуткие извинения за свой поступок. Представляете? Ужасные факты того самого громкого убийства раскрыты в новом трехсерийном документальном фильме на Apple TV, кому интересно. «Джон Леннон. Убийство без суда», так называется. Фильм содержит эксклюзивное интервью очевидцев тех событий, друзей, адвокатов, психиатров, а также ранее не опубликованные фотографии с места преступления. Все это проливает новый свет на жизнь и убийство Джона Леннона. Поэтому, ребят, на Apple TV вышел уже трехсерийный документальный фильм. Бежим смотреть. Я думаю, очень интересно. Мне кажется, на моем канале точно есть поклонники его. Очень жаль, что так, конечно, случилось. Михаил Боярский был недавно госпитализирован с инфарктом. Об этом написали все СМИ. По данным, он доставлен в больницу. Ну и, в общем, там врачам якобы удалось стабилизировать его состояние, перевести из реанимации в обычную палату. И вот что сказал его сын, цитирую. «Отец перенес инфаркт. Сегодня уже чувствует себя неплохо. Говорил с ним по телефону. Голос бодрый, находится в обычной палате». А вот жена его и коллеги сказали, что все, в принципе, тоже хорошо. Не волнуйтесь, Михаил Боярский в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет. Вот так они говорили. Ну, в общем, зачем уже это говорить, когда правду все знают. Самое главное, что с ним все уже хорошо. Актриса Синтия Никсон объявила голодовку с требованием прекратить огонь в секторе Газа. В общем, она собрала пресс-конференцию у Белого дома и сообщила, что начинает пятидневную голодовку. Я знаю, что недавно между Израилем и силами Хамас было временное прекращение боевых действий, однако вроде или они уже начинаются снова, возобновляются, честно. Собственно, не хочу ничего напутать. У меня уже, знаете, в голове столько всего, поэтому я так аккуратно. И вот что говорит Синтия Никсон. «Как мать детей с еврейскими корнями, чьи бабушка и дедушка пережили Холокост, мой сын просил меня как можно громче заявить «никогда больше для всех». Как американка, я прошу нашего президента перестать финансировать массовые убийства и голодание тысячи невинных палестинцев, большинство из которых – женщины и дети». Вот с таким заявлением обратилась Синтия Никсон, но она, как вы понимаете, с корнями еврейскими, поэтому она, я так понимаю, ее посыл, и как я это вижу, она призывает в принципе прекратить, остановить и за мир. То есть она не антисемитка, она в принципе против войны. Это я так увидел. Но может я ошибаюсь, ребята? Пожалуйста, поправьте меня. Тема ужасная, тема больная, но обходить ее стороной невозможно, потому что вы видите, что звезды включаются в это все. Я уже говорил, еще раз повторюсь. Я считаю, что все абсолютно медийные люди, все звезды, все-все-все во всем мире, они просто должны сделать какую-то всемирную акцию против любых войн во всем мире и просто остановить это. Абсолютно все. Вот так я это все вижу. Но я понимаю, что этого не будет никогда. Увы. Дмитрий Дибров решил пообщаться по поводу мужских измен. И говорит, что в мужских изменах виноваты сами женщины, потому что они все время в засаленных халатах, плохо выглядят, позволяют себе там как-то не соответствовать его ожиданиям. Мол, женишься там на молодой красивой, а потом она вдруг родила, там ее разнесло, она не привела себя в порядок, а еще вот там не успевает ребенок и не следит за собой и так далее. Именно поэтому мужчина идет изменяет, и в этом всем виновата женщина. Я, честно говоря, сижу это слушаю от него и думаю, все нормально с тобой вообще? Это что-то старческое или как это все понять? Да, я в шоке, честно. Я иногда офигеваю от таких комментариев людей, как бы, когда женщина рожает в муках. Я этого, конечно, не смогу никогда представить, я не женщина, да? Вот, но я прекрасно понимаю, что это уже тяжело выносить, родить, потом как бы постоянно ты с ребенком, и при этом нужно еще и мужу уделять время. Это тяжело, это сложно. Я помню, вот просто я помогал там сестре с маленьким ребенком, но я чуть с ума не сошел. Но это очень тяжело. Когда там еще вообще думать об этом всем? Понятно, удобно, когда у тебя дофига денег, и ты можешь нанять себе и утреннюю, дневную няню, и на выгул няню, и кучу репетиторов, и ночную няню, и при этом параллельно заниматься собой, да? Приводить себя в порядок, следить там за питанием, ходить на спорт и так далее. Но это же не каждый может, поэтому Дмитрий Дибров. И вы забыли принять таблетки, видимо. Олег Веник тут недавно показался. Ну, в Германии, правда. Не думайте, что он в Украине. Ну, в общем, улыбается, все хорошо. Все, конечно, помните, как описывали. Олег Веник там умирает от какой-то болезни, которая болеет там один человек на миллиард, и он просто там чуть ли уже все. Ну, выглядит он вполне здоровым, собственно, ребят. Ну, чудесным. Я не удивлюсь, если завтра он еще отправится в тур по
Европе, по Америке и по всему миру. Но я к чему это? Вот, собственно, все это преподносят нам, что Олег Винник не забыл про Украину, продолжает волонтерить, помогать, тратить свои деньги на нужды ЗСУ и так далее. Так что вы его не ругайте. Понятно? Не ругайте. Анна Тринчер все-таки разводится с Александром Волошиным. Всего-то год после свадьбы. Я не буду вдаваться в эти все подробности. Я не думаю, что это настолько важная тема. Но они так вместе вышли в эфир, как обычно, похайповали. Рассказали, что все. У них все серьезно. Ну, в смысле, в том плане, что они расходятся. Ну, так бывает. Год всего-то прожили. Очень-очень странно. Поэтому новость о том, что они разводятся, когда Анна Тринчер тогда бушевала, оказалась правдивой. Алиса Мон. Помните еще такую певицу? Я, если честно, с трудом. Вот если бы она сейчас не упомянула в своих комментариях Аллу Пугачеву, я бы не вспомнил, что она вообще еще существует. Простите, может быть цинично, но давайте по факту. Есть очень много артистов, которых мы уже забыли. Вот я, допустим, не помню Алису Мон, но она тут недавно вышла на связь тоже, так сказать, покричать на Аллу Пугачеву. Ну, сейчас такой тренд, поэтому это, наверное, уже норма. Давайте сразу к комментарию. Ее в пример... Мне не надо ставить. Мне вообще многие вещи, что она вытворяла и вытворяет по сегодняшний день, непонятны и не нравятся. Мне кажется, звезда должна быть примером для всех, тем более народная. Она же народная артистка. Ответственность большая. Так что... Для Алисы Мон Алла Пугачева вообще не авторитет и плохой пример. Ведет она себя нехорошо, плохо, отвратно и все такое прочее. Самое главное, что Алиса Мон себя ведет хорошо. А вообще, я надеюсь, она потом не будет говорить, что это Пугачева ее там убрала со сцены. Но это что же, да, такой модный челлендж. Вот моя карьера не сложилась, потому что Пугачева так решила. Это удобно. Юрий Николаев, который недавно рассказывал про свой алкоголизм, жестко решил на этот раз высказаться обо всех артистах-эмигрантах. Видите, и его эта тоже тема не обошла стороной. Но давайте его процитирую. «Кто уехал, а не против нас? Значит, ему или ей дороги обратной в Россию ни на заработки нет. Должно быть закрыто для них и телевидение, и радио, и концертные площадки. Если ты уехал, значит, тебе ближе там. Вот и работай там». Ну, как бы логично, Юрий Николаев. Я вам объясню, давайте. Им и так все закрыто. Они там все иноагенты, поэтому вряд ли им дадут возможность где-то участвовать. Мало того, их там повырезали со всех старых проектов, даже с советского фильма. Поэтому, ну о чем мы говорим? Да, они против нас. Да не против они вас, они как раз за вас. Это вы что-то делаете не то. Господи, как они надоели уже. Ладно, ребят. На этом основные новости на сегодня достаточно, я думаю. У нас, как всегда, будет рубрика «Хорошего, доброго и прекрасного». Ну а перед тем, как мы к ней перейдем, не забудьте, пожалуйста, убедиться, что вы все-таки поставили лайк, прокомментировали и подписаны. И большое вам спасибо. Ну а теперь можем врываться в нашу замечательную, прекрасную рубрику «Добра». Погнали! Замечательная, прекрасная история спасения семейства бобров. Вот эти два милейших создания были найдены в лесу, маленькими еще. К сожалению, по некоторым причинам, связанным со здоровьем, они не смогут находиться в дикой природе. Но зато для них создали максимально комфортные условия, заповедники, за ними ухаживают. Все у них прекрасно, как вы видите, сходили в магазин, пакеты не взяли, поэтому все несут в лапках, в зубах. Но картина прекрасная. Самое важное, что у них все в порядке, и они спасены, а людям благодарность. Спасатели более 12 часов вызволяли лошадь из ямы. Бедная лошадка угодила в ловушку неподалеку от пастбища. Грязь была такой густой, то, что она просто не могла пошевелиться. К счастью, на зов хозяев отозвались неравнодушные соседи, местные жители с тяжелой техникой. Людям пришлось полдня откапывать лошадь, чтобы ее можно было поднять с помощью крана. В тот момент все очень, конечно, устали, но работа не останавливалась, пока лошадка не оказалась на поверхности. И вот совместными трудами, усилиями ее все-таки вызволили. Это чудо. А в этой истории у нас невероятная дружба попугая и собаки. Дело в том, что хвостик гуляла на улице и нашла подбитого раненого попугая. Хозяева сразу же забрали попугайчика к себе. Они быстро нашли общий язык с собачкой, подружились. Они думали, что попугай улетит, но он не улетал, потому что ему было прекрасно и замечательно. Но потом в какой-то момент он все-таки улетел, потому что он дикий, и собачка очень скучала. Но он вернулся, ребята, он вернулся спустя 2 недели. И с тех пор больше не улетает, и они вместе, не разлей вода. А в этой истории пожарные спасли застрявшего в стене котенка. Вызвали спасателей, потому что не могли понять, откуда звук, где пищит котик. Они не могли понять,
Потом в итоге поняли, что это где-то в стене. Представляете? Ну, слава богу, что они все это сделали профессионально. Несчастный вот этот комочек был вызволен. Он уже в надежных руках. Все с ним в порядке. Ему уже ищут дом. И это чудесно. Еще одна напоследок вам хорошая история. Про вот этого парня. Он, кстати, сам по себе учитель. Как-то он шел на работу и нашел вот это маленькое чудо. И решил его забрать к себе. Он, конечно, был совсем крошечным. Он настолько к нему котик привязался, что ему просто-напросто пришлось его брать с собой на уроки. Но я думаю, что все ученики довольно-таки и не против такой милоты на своих уроках. Самое главное, что теперь учитель со своим помощником, вот этим милым котенком. А я всегда радуюсь, когда животные обретают дом любящих рядом хозяев. На этом рубрика добра закончилась, но видео продолжается, поэтому никто никуда не уходит. У нас погода на улице просто отпад. Моя любимая в кавычках гололед. Страшно выйти. Да, наступила такая уже прям непонятная погода, когда днем идет дождь, плюс один, под вечер минус 4, и все это замерзает. Это просто обожаемая мной погода. Ладно. А завтра мой день рождения. Да. Ощущения праздника, честно скажу, у меня вообще нет. Вот, абсолютно. Ну, то есть, там, день рождения, какое-то событие, я к нему готовлюсь, там что-то будет. Вообще ничего не будет. Будет обычный рабочий день. Как вы знаете, за последнее время на меня столько всего навалилось, что я уже просто каждый день просыпаюсь, думал, а что еще сегодня мне преподнесет прекрасный день моей замечательной жизни. Вот. Да, это все неприятно, это все сбивает постоянно с ног тебя, с толку, но разбираюсь потихоньку. Короче, завтра будет обычный день. Может быть, что-то себе куплю вкусного, не знаю. Ну, ничего такого не будет. Я из-за этого не страдаю, я вам так скажу. Так что не надо там переживать, что там Женька в печали, день рождения сорвался. Нет, вообще пофиг. Ну, типа, какой день рождения? Ну, давайте будем честны. В том году его не было, в этом году. Ну, я не знаю. День рождения. Ну, понятное дело, что жизнь продолжается, и на паузу ни в коем случае ставить не надо. Но нет внутри его, знаете, желания там какой-то праздник делать, еще что-то. Да и потом, с кем его делать? Господи, уже тут никого не осталось. Ну, может, сосед придет, или я к нему приду. Попьем чаю, да и все. На этом все и закончится. Вот такой вот будет завтра день рождения. Ну, говорят же, грустный праздник, что уж там поделать. Ну, ничего страшного. Самое главное, чтобы все были живы. Самое главное, чтобы все были здоровы. Вот это вот намного важнее. А день рождения день рождением. Я помню, что вот в детстве это было очень интересно. Да, я всегда ждал, потому что какой-то подарок будет торт. Самое главное, торт. Даже не подарок, а торт. Мне много печенья, конфет, много сладостей, то, что я люблю. Поэтому, конечно, я любил и свой день рождения, и к другим ходить на дни рождения. А сейчас уже такое. Еще плюс один. Ну и ладно, хорошо. Так уж и быть. А что делать? Я смирился. Где-то еще 18, там 19, 20. Ну, наверное, давайте так. Где-то до 25, до 27 лет было интересно. У меня было прям желание, такая потребность. Прям вот не хотелось там собрать друзей, коллег, повисеть. Не ради подарков, а ради самой атмосферы, что, вы знаете, я люблю, когда много людей, я всех знаю, всех люблю, уважаю, обожаю, мы там дурачимся, веселимся, как немножечко пришибленные в хорошем смысле слова. Я вот это люблю. Но сейчас уже, знаете, все не так. Все повзрослели, все разъехались, уже практически рядом никого и нет, поэтому, ну, такое. Но понятное дело, что мы сами создаем себе праздник. Если честно, если бы не было войны, то, конечно, я бы просто купил билет и улетел бы куда-нибудь. Просто улетел бы там на несколько дней путешествия, новые места. Это всегда круто, мне это нравится, меня это наполняет. Я бы такое хотел. Я вообще всегда мечтал, вот у меня была такая мечта, она и остается. Вот, знаете, на свой день рождения в холод уехать куда-то в тепло. И вот просто, знаете, прилететь, вроде 1 декабря, а ты где-то там, где лето. Вот я всегда мечтал. И мне постоянно не получалось. То у меня не было денег, потом я не мог из-за работы, потом у меня опять не было денег, потом пандемия, теперь война. Думаю, боже мой. Но я все равно не сдаюсь. Я надеюсь, что моя мечта — это обязательно. Это одна из, у меня их много, она обязательно сбудется. И когда-нибудь в ближайшем будущем я все-таки смогу на свой день рождения
улететь куда-нибудь на Багамские острова. Я не знаю, правда, там это первое, что в голову пришло, но там, наверное, дорого будет. Короче, туда, куда мне позволит мой бюджет, но самое главное, чтобы там было лето, солнце, пляж. Я такой, вау, 1 декабря, у меня там плюс 40, вау, вот это вот круто. Хочу и надеюсь, и верю, что такое произойдет. Вот, ребята, хотя говорят, что нельзя это все озвучивать, но я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь, поэтому вы не будете мне там молиться, чтобы этого не произошло. Наоборот, вы мне пожелаете только, чтобы это случилось, поэтому я так смело, спокойно об этом говорю. Вот так вот, ребята. А так, в принципе, все относительно неплохо. Эмоциональные мои качели нестабильны по-прежнему. Ну, сами видите, что происходит, но надеюсь, что после дня рождения как-то уже все более-менее стабилизируется, я как-то выдохну и будет спокойнее. Много всего в жизни происходит сейчас. Я обо всем могу с вами говорить. Да, я вам, конечно, доверяю, но тем не менее, есть какие-то вещи все-таки, которые, ну, как там говорят, не для прессы. Может быть, когда-нибудь расскажу. Пока что так. Но я в любом случае вам всем благодарен за то, что вы так мне сопереживаете, за то, что так волнуетесь, поддерживаете. Это очень для меня ценно и важно. Я этого никогда не забуду, знаете. Никогда в жизни себе бы не мог представить, что вот однажды Евгений, я в третьем лице сейчас себе говорю, ну, в моем состоянии это нормально, когда-то будет сидеть на YouTube, просто тарахтеть про какую-то свою жизнь скучную, настолько неинтересную, и кому-то это будет настолько интересно. Представляете? Никогда не мог себе этого представить. И вот сейчас вот иногда тоже не верю в это. Я тоже вот, знаете, бывает лежу и думаю, ну что им так интересно? Я же ничего такого и не рассказал. Ну прикольно, мне это нравится. Ребята, спасибо. Вы, кстати, очень многому меня тоже учите. И этот канал, и вы помогаете во многих вещах разобраться, на многие вещи по-другому смотреть, что-то там проработать. Да, я вам благодарен. Знаете это. Все, заканчиваю свою трахтелку. День рождения у меня будет завтра, а у многих уже сегодня. Поэтому у кого сегодня день рождения, я вас витаю с вашим днем. Нехай все будет чудово, яскраво, круто. Самое главное вам любви, чистой, взаимной, настоящей. Конечно же, крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы с вами, с вашими близкими все было супер. Это очень важно. И помните, как бы трудно ни было, мы со всем справимся, потому что мы здесь вместе. Сила адекватных и хороших людей. До завтра. Пока-пока.